Добрый день, друзья. Ну вот и меня захлестнула эта идея с Ютубом. Итак, я приобрел себе камеру и скоро буду вести свой блог. Это будет первое видео, которое я выложу в Ютуб. А теперь я хочу показать, в какую купил камеру, и немножечко проанализировать по камерам, которые я смотрел в Ютубе, и расценки на них. Вот камера, называется Доминант, которую я приобрел в Окее. Давайте рассмотрим, что в ней есть. Неудобно одной рукой все делать. Так, камера Доминант. А что-то похожее на камеру SG4000. Ну, ценовая политика гораздо меньше. Так, вот вам показать коробочку. Пересмотрел много видео и думал, что себе приобрести. Потому что, так как я начинающий буду блогер, смысл приобретать дорогую камеру, неизвестно мои затраты и когда они окупятся. Я решил приобрести экономичный вариант. Посмотрел, почитал, что очень много отзывов, что у них звук, что у SG4000, что у Доминанта, у них звук моно и очень тихо записывает. Я в конце видео подключу камеру, протестирую ее, воду положу, поэтому смотрите. Так, ну, так, что в комплекте? Так, ну это, наверное, что-то на руку, наверное, что-то одевается. Зарядное устройство. Так. Так, а, ну это большая с защелкой. Так, это на велосипед. Это, видимо, на шлем вместе со скотчем. Так, ну еще какие-то крепление, еще крепление, опять же еще крепление, снова крепление. Так, это, наверное, дополнительная крышка на чехол водонепроницаемый. Так, ну это блок питания и еще какой-то защелкаю устройство. Так, это двухсторонний скотч дополнительный, тросики, ну я так смотрел, что вроде как на шлем. Так, тряпочка протирать линзы. Так, ну и сама эта инструкция. Да, она еще русифицирована. Так. Ну вот, весь комплект. Так, сама камера. Сама камера в водонепроницаемом чехле. Вот,
одной рукой, это тут вообще, конечно. Так, ну вот так открывается крышка. Ну вот такая вот сама камера. Так, Wi-Fi. Здесь два входа. Под CD-карту. CD-карту я уже вставил перед тем, как обзор вести. Так, это получается нам блок. Кнопка. Включение. Так, ну попробуем включить. Так, кнопка включения вот здесь. Ну вот, если вам видно будет. Горит лампочка. Запись, наверное, происходит вот по этой камере. Так, ну а сейчас сразу же я попробую записать. Потом дополнительно сразу же вставлю этот ролик в конце видео. Ну вот пошла запись. Пошла запись. И смотрим, как это будет ролик. В ролике как будет это выглядеть. Ну вот так, 10 секунд. Ну, 15 секунд видео. Ну все. А дальше будет. Так, выключаю. Ой, извините, посмотрим менюшку. Что-то я забыл. Так. Меню. Сейчас, секундочку. Попробую увеличить. Нет, увеличить лучше не увеличивать. Так, меню. Получается, если мы... Так, извиняюсь. Так, видео, фото. Ага. Так. Ну, вроде как. Пока. Пока. Неплохо. Посмотрим, как звук идет. И воду погружу. Пошла запись, и смотрим, как это будет ролик. В ролике как будет это выглядеть. Вот так, 10 секунд. Так, друзья, ну это эксперимент у меня получается с водой и водонепроницаемым чехлом. Сначала чехол попробую утопить. Так, а потом вместе с камерой. Так, а он не тонет. Я вот специально взял, получается, что-то тяжелое, чтобы его утопить. Так. Так. Так, ну, я ставлю его на минут 5. Позже потом посмотрим. Так, ну вот прошло минут 5. Сейчас достаем. Так. Ну, вроде как смотрю, ни одной капли нету. Ну, нет.
Нет. Все, сейчас будем испытывать камеру под водой. Так, ну вот, положил я его в чехол, камеру, и пытаюсь. Звук сейчас не будет, скорее всего, будем его протестируем под водой. Я протестировал камеру. Не знаю, послушайте звук. Судя по отзывам и то, что я увидел, ну, здесь и по самой камере, я надеялся на худшее. Поэтому, кому нравится, подписывайтесь на мой канал. Может, что-то подчерпнет, что-то под себя. Кто-то для себя что-то, может быть, подчерпнет. А блог буду вести и о спорте, о разных занятиях, железом, боксом, единоборствами с людьми, о работе, о тренировках на работе, где места мало, нету возможности. Ну, в общем, я так думаю, что кому-то, может быть, будет интересно. А, да, еще хотел спросить. Посмотрел я батарею на Доминант, да, и не могу понять. Если кто знает, напишите. Ну, от, получается, от GoPro точно не подойдет, у них там разъемы другие. А вот от SJ4000, может быть, подойдет. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо большое. Все, всем пока.